качественные знания, новая материально-техническая база, передовой преподавательский состав, высокие результаты. Южно-Казахстанская медицинская академия осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов медицинского и фармацевтического профиля. Подготовка специалистов в академии осуществляется на уровне бакалавриата, интернатуры, магистратуры, резидентуры и докторантуры. При академии функционирует медицинский колледж, факультет непрерывного профессионального развития и военная кафедра. Сегодня академия – это один из самых динамично развивающихся вузов страны, располагающий всеми необходимыми ресурсами для обеспечения подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов медицинского и фармацевтического профиля. Академия стремительно движется вперед, активно развивает международное стратегическое партнерство, внедряет инновационные образовательные технологии. Являясь участником основных мировых тенденций развития образования, UKMA гармонизирует свою деятельность в соответствии с параметрами Болонского процесса, требованиями государственных программ развития образования и здравоохранения, национальной рамкой квалификации. Ученые Академии вносят вклад в развитие отечественной медицинской и фармацевтической науки. По ряду научных направлений Академия занимает ведущее положение и пользуется признанным авторитетом в стране и за рубежом. ВУЗ ставит новые задачи в соответствии с требованием времени, и поэтому сегодня UKMA имеет высокое общественное и государственное признание. Мы ясно видим свои стратегические цели и задачи, достижение которых сделает нас равными среди равных в глобальном образовательном пространстве. История учебного заведения началась в 1979 году. За прошедший срок Академия достигла высоких результатов. Если вы хотите учиться в Академии с богатой историей и глубокими знаниями, принимайте решение уже сегодня. Выбор за вами, качественные знания за нами. Образовательные программы. Бакалавриат. Общая медицина, стоматология, педиатрия, фармация, общественное здравоохранение, сестринское дело, технология фармацевтического производства. Интернатура. Общая медицина, стоматология. Резидентура. Общая хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология, в том числе детская гинекология. Инфекционные болезни, в том числе детские инфекционные болезни. Кардиология, в том числе детская кардиология. Невропатология, в том числе детская невропатология. Лучевая диагностика. Магистратура. Медицина, фармация, общественное здравоохранение, сестринское дело. Докторантура. Фармация, медицина. Колледж. Лечебное дело, стоматология, стоматология ортопедическая, фармация, сестринское дело, прикладной бакалавриат.